Бюджет на будущий год, ремонт региональных дорог и развитие Ведяева стали основными темами заседания областного правительства. Его провел первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. В режиме видеоконференц-связи в заседании приняли участие главы муниципальных образований. Первый вопрос повестки заседания в областном правительстве – закон о бюджете на будущий год, который в окончательном чтении уже принят Мурманской областной думой. Региональная казна запланирована с профицитом в сумме 797 миллионов рублей. Объем госдолга области будет находиться на экономически безопасном уровне. Сегодня у нас на заседании правительства, так скажем, последний штрих для вхождения в 2019 год – это принятие постановления о мерах по реализации закона об областном бюджете. Подробно рассмотрели участники заседания и вопросы развития ЗАТО Ведяева. Глава муниципалитета Вячеслав Градов отметил стабильную ситуацию в сфере занятости населения и прирост среднемесячной заработной платы. Очередей в детские сады нет. Хорошие показатели в сфере дополнительного образования. Пользуется высоким спросом и хорошо развитая спортивная база поселка. В этом году Ведяева отметила 60 лет. В сентябре месяце поселок благоустроили. Комфортную среду очень хорошую создали. Завтра у нас очень серьезное событие в Ведяево состоится. Вы знаете, открытие цифрового телевидения. Крайняя вышка построена у нас на территории. Поэтому завтра такое внимание нашему поселку. Ждем очень много гостей. Завтра сжигаем нашу городскую елку. Вот. И так, чтобы будем готовиться уже к Новому году. Глава регионального Минтранса доложил об итогах дорожно-ремонтной кампании в уходящем году. Работы проводились на региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорогах. Отремонтировано свыше 45 километров полотна. Это достаточно широкая география по всей Мурманской области. Это Пиренга-Ковдор, автоподъезд к Североморску, дорога Мишуково-Снежногорск, Калининградское озеро, автоподъезды к Верхнему Томскому и так далее. По практике прошлых лет мы предоставляем субсидии муниципальным образованиям. 13 муниципальных образований у нас были победителями конкурсных процедур. В принципе, во всех из них работа выполнена, работы приняты. Еще один важный вопрос – борьба с нелегальными перевозчиками. Зачастую, маскируясь под официальных, они не только получают прибыль и не платят налогов, но и не заботятся о безопасности пассажиров. В ДТП с участием таких маршруток погибли люди.